И вот это слово «мебельщик», оно звучит отвратительно. А у нас есть Блюм. Ну, типа, итальянцам хана, их там выкосит. И мы такие, поддержим итальянцев, знаешь, где нет вот этого, типа, белые брюки, пиджак, бейджик. То есть это кладбище классических фасадов. Вот интересно, то есть мы берем, кладем фасад, вот так, столешницу. Так, вот ручку. То есть мы, типа, такие собираемся иногда, такие, типа, блядь, чё, так у нас тут все плохо, почему, давай-то. Слушай, а чего тогда зависит, 6 месяцев там или 3 месяца? Ну, как бы честно, работают бабушки и дедушки. Технолог, который находится сегодня у меня в команде, он находится вот как раз с этими дверями, его здесь нет, да? Ништяк, мы к нему пришли. Вид сверху, вид сбоку, спереди, сзади, где какая ручка. Есть две вещи, которые продают. Запах хлеба и запах кофе. Чтобы заслужить место в компании, ты должна побороть. Приступив в начале этого года к созданию нашего мебельного пространства в городе Сочи, я столкнулся с одной типичной для многих мебельщиков проблемой. Это огромным пробелом в знаниях о дизайне, в знаниях об интерьере, в знании об том пространстве, да, где вы будете потенциально встречать своих заказчиков, где вы будете с ними общаться, демонстрировать всю красоту, да, все ваши возможности. И именно этот пробел, да, и поиски в материале для устранения этого пробела привели нас сегодня в Москву. Вся мебель тут. И, соответственно, мы сейчас идем знакомиться с главным героем сегодняшнего выпуска. Жора Вальс. Встречайте. Жора, приветствую. Здрасте. Слушай, непривычно, во-первых, видеть тебя вот так вот вживую, да, а не через монитор и дисплей, где ты присутствуешь очень активно. Я бы, знаешь, хотел для начала вот прогуляться по твоему шоуруму, если ты не против. Сегодня вообще такой субботний день, и мы вас ждали, приготовились. Видимся. Знаешь, учитывая то, что я вот столкнулся, говорю, с этой проблемой, да, в плане разработки там какого-то дизайна для своего шоурума, я бы хотел задать вопрос по поводу логотипа. То есть это то, что встречает человека офлайн. Да, когда фишечка. Он приезжает, да. Фишечка. Вот о ней, пожалуйста. Ну вот смотри, фишечка у нас сейчас получается на данный момент Жора Вальс. Это три компании. Первая компания — это вся мебель тут, и тут мы представлены в Инстаграме. Ну прям мы качали. То есть когда вот началась эта инста-тема, мы смотрели на топовых блогеров там из сетевого бизнеса, из мебельного бизнеса и пытались сделать. И вот сегодня что получилось, можете посмотреть. В принципе, там подписная база и все, весь контент — это наш. Дизайн мебели — это уже из последних проектов, которые мы сделали. Это специализированный YouTube-канал, где мы попытаемся собрать всех, кто участвует в мебельном бизнесе. И производителей, и дизайнеров, интерьеров. То есть показать, что мебельный бизнес, он круче. То есть, и вот это слово «мебельщик», оно звучит отвратительно. А дизайнер мебели, да, или там производственник, или специалист по замеру, технолог — это вот как раз слова, которые должны двигать эту индустрию. Без службы мебельного сервиса никуда нельзя. Это вот ребята, которые занимаются тем, что с производства берут, доставляют на адреса, на адресах проверяют, собирают, сдают заказы и потом делают там на адресах контент. То есть без службы мебельного сервиса хороший отзыв получить у нас не получалось. То есть мы как-то пытались. И вот мы создали еще одну компанию. И вот сегодня Жора Вальс — это по большому счету все ребята и все бренды, которые представлены. Вот просто так получилось, что вот назвался Жора Вальс. И тоже неспроста. Это второй вопрос, кстати. Жора Вальс. Тебя на самом деле зовут не Жора. Меня зовут Александр Пенемасов, да. То есть, как бы, вот это мое. А Жора Вальс, он появился, когда мы приехали в Москву. Это был, знаешь, как был Comedy Club, были всевозможные глюкозы, знаешь, вот это вот, да. Это была такая, и мы, типа, в Москве, и я подумал, блин, тоже круто псевдоним. Иметь какой-то псевдоним. И, типа, а какой же псевдоним должен быть? Такое, блин, хотелось бы, чтобы он показывал, типа, вот этот озорной наш характер, пробивной, да, который вот, типа, с хулиганским каким-то уклоном. Но все-таки, чтобы вот мебельный бизнес, вот, ну, вообще дело, которым мы занимались, да, оно было вот так вот, раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три. Жора, сейчас отбивочка твоя пошла. Давай. Жора Вальс. Бара-бам-бам. We'll be right back.
что в этом шоуруме из особенностей? Ну, в принципе, вообще большой обзорный ролик есть на Ютубе, можно посмотреть. Все ссылки, кстати, на каналы Жоры я обязательно прикреплю, да, потому что это яркий, классный контент, на который у вас уходит много сил. Блин, ну да, да, то есть стараемся. Значит, да, из особенностей что можно сказать? Шоурум сейчас, на данный момент, больше создан для внутреннего использования. То есть, если сейчас обратить внимание, можно посмотреть, что у нас здесь 10 рабочих столов, и за каждым установлен хороший компьютер, то есть рабочее место сформировано для того, чтобы дизайнеру было удобно, комфортно работать. То есть сегодня время, когда мы, ну, наверное, мало проводим времени при встречах. Угу. Мы больше проводим времени там в переписках, да, в CRM-системе, там, где-то что-то в WhatsApp, видеопрезентации. И уже когда типа вот эта работа больше сделана, тогда мы уже приглашаем клиента, и он к нам приходит и вот в шоуруме работает. И, ну, естественно, как бы мы все условия здесь создавали для себя. Угу. Сейчас мы будем смотреть на удобные, комфортные вот столы. Потом мы посмотрим на вот такие у меня есть прикольные столы, где всевозможное большое количество образцов. У нас здесь получается всего на самом деле 100 квадратов, 10 дизайнеров, да, по идее, по большому счету, ну какая мечта? Мечта такая у мебельщика, что типа показать весь ассортимент, да, знаешь, типа у меня же есть все, там и пленка, и эмаль, массив, там шкафы, да, разные. Но мы этого делать не можем, так как мы все-таки мебельные дизайнеры, у нас есть вещи в виде готовых каких-то мебельных изделий, где мы показываем, как это работает, как это движется, какие бывают цвета, какие бывают идеи. Uh-huh. А вот это вот разнообразие этих материалов в виде там готовых каких-то фасадов, вееров всевозможных, там выборов столешниц, это представлено в специальных столах. Сейчас у нас на данный момент 6 фабрик. И от 6 фабрик у нас специальные стойки, они специально все подписаны, то есть ассортимент от каждой фабрики разный. Это специально сделано для того, чтобы дизайнеру открыть возможности, чтобы он мог перестать быть мебельщиком, который что-то втюхивает, да, навязывает, и становится человеком, который решает реальную проблему клиента. То есть клиенты приходят с задачкой, кто-то хочет, тот. Работаете, да, вы, соответственно, с мебельными фабриками? С мебельными, да, фабриками. Своего производства у тебя никогда не было? Нет, подожди, у меня было. А, оно было, да? Да, оно было. И ну, так как у меня сейчас там 12-13 лет опыта, да, этот был негативный опыт. То есть открытие своей фабрики – это негативный опыт. Ну и нафиг, да? И негативный опыт еще был работать с одной фабрикой. То есть одна фабрика... Это зависимость, бы, да? Да, вроде бы удобно, то есть и дизайнеры прирабатываются, угу, там все вот эти вот схемки, они... Но это плохо. Во-первых, ты утыкаешься в то, что тебя начинают шантажировать производитель, да? Что-то этого нет, этого не могу, это не буду. Да. Вот. И как бы в усеченность попадаешь ассортимента. Угу. А сегодня я работаю с топовыми, да? То есть все топовые фабрики, там, Гармония, МГС, Пучино, то есть как бы ребята... с разных областей разную продукцию делают, и все делают ее классно. То есть как бы для меня важно, чтобы клиент получил хороший продукт. Потому что он получает хороший продукт, дизайнер не расстраивается, у дизайнера подъем получается, да, у клиента хорошая мебель, блин, это важно. То есть мебель должна быть качественная. Но еще те, кто будет подбирать фабрику, вот особенно, да, если нас сейчас смотрят предприниматели, да, мебельные, вот первое, что нужно делать, это смотреть на договор. То есть у нас как бы мебельный рынок, он по большому счету такой, типа, да, давай там я тебе сделаю, да, я тебе все нормально, предоплату допилю, переводи, да, будет все сколов, вообще, там две недели прежде берешь. Нет, у нас такая тема не работает, мы уже вот так сыты, поэтому все через договор. То есть мы с фабриками подписываем хорошие, классные договора, при которых они несут ответственность, мы несем ответственность, и мы друг другу создаем условия для работы, а не палки в колеса и там прочую ерунду. Угу. Вот, это вот такой типа лайфхак, да, подписывайте договора. Да. Это вот что-то из последнего мы поставили, чтобы показать типа кварц, показать это, показать, как работают серводрайвы, да. Это, кстати, поставили, и потом случилось то, что случилось. И все, они не продаются, да? Они есть у нас. А, у нас есть? Да, у нас одна фабрика находится в Беларуси. И соответственно, нас, там нормально доступ. У нас, да, есть Блюм, да, то есть если к нам приходят заказчики, вот у нас он есть. Слушай, те, кто пониже в России живут, те Казахстан, говорят, здесь у нас Беларусь. Ну ты все равно круто понимаешь, то есть это вот, ну как бы русский предприниматель, он в любом случае, короче, сегодня найдет лазейку. Это называется легализованный параллельный импорт. Да, пускай будет так. Вот, здесь какие-то у нас стеллажи показанные по кубу, вот, да. Ну, то есть, как бы, вот, когда мы устанавливаем образцы в шоуруме, мы стараемся
показать больше вот этих всяких штучек, да, то есть как они работают. Да. Это еще не полностью нафаршированная кухня, но там, например, при входе стоит стеллаж со стеклами, там с боковинками, как это вот, ну, то, что сейчас клиент спрашивает, да, всевозможные вот эти типоны, как они работают, хорошо, плохо, да. Так, чтобы клиент, который к нам придет, или там, когда мы хотим ему показать, как это работает, там, через видео, либо и когда он придет, чтобы он мог это пощупать и сравнить уже, что ему нравится, что не нравится. Да. Здесь вот у нас такой, типа, современный дизайн, вот что-то типа дерево, бетон, черное, матовое. Слушай, и... вот освещение, да, и вот эта вот матовость, прям круто, огонь. Да, ребята вот как раз тут напачкают, потом у них правильно. Есть... Ну, это демонстрация как ну, раз, типа, да? Блин, ну мы же менеджеры, мы все продадим, да? То есть, как бы, в принципе, и так можно сказать. Смотрите, как легко стирается, да? Ну, нелегко, там подбираются тряпки, подбираются средства, но, в принципе, решаются. И здесь тоже там, типа, это такой ящик, это такой ящик, это такая ручка. Мы же сразу так заглядываем. Да, давай. Ну, типа, вот смотри, вот я сейчас выдвину. Вот, видишь, они, получается, три ящика и разные. То есть, для чего это сделать? В принципе, это же колхоз, так нельзя делать. И смотри, вот этот ящик, это что у нас получается? Это Blue Montara, да, черный. А этот уже на тандем-боксах, да, получается, на направляющих полного движения, ящик деревянный. А это просто метабокс, у которого там установлен доводчик. То есть разные ящики по-разному стоят, и как бы вот они здесь все представлены. То есть такие, знаешь, типа фишечки. Я помню какой-то из обзоров из твоих, по-моему, новый шоу-рум вы обозревали, или потенциальный, да. Ты говоришь, вот там, значит, смотрите, вот так, так не надо делать. Да, такое. Там раз, бардак. Как-то... Дают функционал ей, вот такие всякие... Волшебные корзинки выкатные, коврики в каждый ящик. Вот это вот не буду показывать за кулисье. Стоит... Нет, такое бывает. Мы специально шоурум делали, еще раз повторюсь, для того, чтобы здесь как бы решать вопросы клиентов. То есть у меня нет такого, например, у меня нет таких там типа жестких требований по дресс-коду. Но все равно как бы все ребята понимают, что... У меня, знаешь, ассоциация какая, с каким словом? По-настоящему, чтобы было все как бы по-настоящему. Ну, для кого-то это неприемлемо. Да? Как ты создашь? Ну, то есть создай большую компанию, хороших ребят в одном месте, и чтобы это классно работало. Это, блин, задачка. Да. То есть как бы тяжело. Но мы оставляем каждому какое-то вот творчество. То есть проявляйся в массы, как ты можешь. Сразу скажу три вот таких момента, которые мне запомнились, когда вот я смотрел твои ролики именно о шоуруме. Три момента. Первый момент – это логотип вот этих три кругляшочка. Прям клёво. Да. Второе – это стол. Поэтому, когда ты написал, блин, стол классный, красный, я тоже такие люблю. Блин, мы срисовали у тебя, молодцы. Я надеюсь. Да не, супер. То есть, смотри, вот это вот красная вот эта вот история, да, под столом. Крис, она покажи. Работает. Да. Не, конечно, бы нам, знаешь, так хотелось, типа, чтобы он сегодня не был красным, чтобы он сегодня был какой-нибудь древесный. Да. Ну, красный всегда работает. Сегодня понедельник, что-то раздражает маленько, да, вот бы не красный. Ну, уже сделали красный. И третья фишка, которую ты, по-моему, хочешь сейчас поменять, да, ну, я не знаю, для меня вот это... Италия? Вот это сочетание цветов, да, вот это Италия. Да. Прям клево вообще, это, знаешь, я бы домой даже поставил. Мы просто любим угорать, вот сейчас нет Дамира, но когда началась пандемия, мы такие, типа, а у итальянцев там же у первых было, типа, проблема. Ну, типа, итальянцам хана, их там выкосит. И мы такие, поддержим итальянцев, давай вот вывесим итальянский флаг, короче. А когда санкции, короче, все, санкции накладываем, да, снимаем. Сейчас убираем, сейчас это все под замену, то есть, как бы сюда поставится новые Беларуси. Скорее всего, от фабрики Гармония, то есть, поставим, да, потому что у нас вот нет вот этих вот неоклассики, каких-то состаренных вещей, мы хотели их тоже продемонстрировать, потому что шоуруме тоже надо обновлять, то есть, нельзя оставлять, как есть, там, раз в полгода. У крупных фабрик, у них требования по райдеру, типа, ты должен раз в полгода поменять. Да. Ну, мы давно не меняли, так, у нас живой процесс. Да, и что касается шоурума, это, короче, место тусовок. То есть сюда приходят ребята, у нас даже там сейчас мы придем, там есть кухня подключенная, там никогда-то мы собираемся, что-то готовим, и там выпиваем, какой-то плов даже готовили, прикольно. То есть место тусовки. И... Ну, то есть, когда вот он сидит в рабочее время в телефоне. Вот, он сидит в рабочее время. А ты его, короче, не ругаешь, да? Что ты тыкаешься? Да вот, видишь, начинается, продажники, короче, вторая часть. Такой раз перелистнул, все, с заказчиком, да? Ну, да, короче, вот я не знаю, я мечтал об этом, чтобы были помещения свободные. То есть, как бы сюда приходишь, и здесь должна быть такая, ну, типа, легкая атмосфера. Атмосфера современного шоурума. Знаешь, где нет вот этого, типа, белые брюки, пиджак, бейджик, там, типа, ходи, как этот робот, там, там разговаривай по скрипту.
через боль я к этому пришел. То есть вот сегодня команды, которых ребят есть, они все разные. И вот. Вот, пожалуйста, коллеги, не обязательно, то есть делать вот такой огромный прыжок, что, если вы говорите о шоуруме, да, где нужно принимать, соответственно, заказчиков, ваших клиентов, где нужно продавать дорого, не обязательно выглядеть вот прям в пиджаке, в смокинге. Да? Надо быть крутым просто, да. Свободным. Надо быть настоящим. Легким, настоящим. Должно быть все по правилам. Ну и вот на дизайн мебели, получается, по большому счету, у нас канал, где сейчас ребята ездят на адреса, снимают там контент. Этот контент размещают на канале. И когда к нам обращается клиент, человек, который встречает, он пытается его отквалифицировать и предложить ему того или иного дизайнера. И говорит: слушай, вот посмотри, это работы Ирины Хачатурян, это работы Никиты, это работы Ромы, это там... И чтобы человек мог выбрать, то есть, о, блин, я вот не знаю, симпатизирует мне Дима, он классно делает такой, он брутальный, вот он так разговаривает. И людям есть возможность выбрать его. И почему важно быть настоящим? Потому что каким они его увидят в видео, таким они придут и увидят его здесь, настоящего, за рабочим местом. Бросается в глаза, это вот эти широченные ваши мониторы, да? Блин, прям ну круто. Это же, понимаешь, в чем дело? Дело в том, что дизайнер, он по большому счету очень, очень долгое время сидит. И мало того, что сидит, он должен быть еще высокоэффективный. А чтобы он стал высокоэффективным, у него должно быть либо два монитора, в котором он рисует и общается, либо у него должен быть один большой, в котором он может разделить экраны. И тут как бы, вот видишь, смотри, Ирина попробовала один большой монитор, говорит, не хочу, мне вот хочется хочу два. Да. Два, но поменьше. А Дима говорит, нет, мне один большой. Вот как бы и каждый тут вот выбрал для себя, что ему удобнее. Ну, вот один большой мне тоже нравится. Я на самом деле вообще не люблю, когда в шоурумах образцы навалены на образцах самой мебели. То есть мне это не нравится. Я вот выделяю какие-то специальные места, может быть, они такие, типа, еще пока невзрачные, там они доработаются со временем, потому что шоурум – это живой организм, и что-то изменится. Например, вот это место – это специально для столешницы. Для столешницы, да. Все в одном месте. Да, все в одном месте. То, о чем ты говоришь, то есть вот этот камень, типа там каменная столешка, и вот это все навалить на эту каменную столешку, нет, так не это надо. Совсем ну, не вот то. Ну вот посмотри, видишь, вон дизайн мебели, да, то есть дизайн кухни. Вот он встречает, вот дизайн кухни, он встречает. Единственное, вон та кухня, там вот мы сейчас будем смотреть, мы туда поставили новинки. Ирина так захотела. Она говорит, я хочу, чтобы стояли новинки на виду. Окей, ставь, пожалуйста, в чем дело? То есть там как бы при входе, ну, какая-то такая зона цепляющая. Опять же, оно не вот так навалено, да? Оно прям со вкусом стоит. Красивенько, красиво, да, чтобы это все как-то гармонично смотрелось. Да, здесь вот, например, у нас представлен какой-то такой поворотный механизм, и здесь лежат образцы от фабрики. Эта штука туда, да, задвигается? Да, она уходит вот так. Ну, то есть опять какая-то идея, типа, можно сделать так. Вот сейчас мы с тобой находимся в одном интересном таком вот, в такой интересной зоне. Мы недавно ее создали и ее тестируем. Не все дизайнеры еще как бы это делают. У нас вот здесь вот есть от фабрики Гармония новые образцы. Внутри вот этого шкафа, посмотри. Посмотрим поближе. Да, давай, можешь взять и поснимать, если хочешь. Погнали. Давай, а я буду тебе рассказывать. Смотри, давай. Здесь у нас есть образцы от фабрики МГС. Вот. Всевозможные коробочки, да, то есть со всеми образцами. Здесь у нас лежат образцы от фабрики Кучино. И вот здесь вот есть вот такой стол. Да. Значит, вот это да. Да. Что мы хотели здесь сделать? Это же вот интересно. То есть мы берем, кладем фасад, вот так, столешницу. Так, вот ручку. Так, вот так. Я уже, по-моему, понимаю, к чему клонит Жор. Так, вот сейчас вот, да, да. Очень часто вот это стоит какая-то стойка, да, но подбор вот этих элементов, он производится просто на коленке. То есть мы берем отсюда, прикладываем вот сюда, куда положить, не знаю, да. Стол. Ну да, типа вот это, знаешь, есть такая тема у дизайнеров, мудборды называется. И мы вот попытались это тип как-то реализовать, чтобы полностью картинка вся была на одном столе. Сейчас мы что-нибудь возьмем тут из кварца. Причем еще от себя обращаю внимание, да, что это получается деревянный стол, да? Можно такая убрать. Вот классная накладка. Да нет, это наоборот, мне кажется, очень это практично. Это просто защита, чтобы не ушатать его. Но на самом деле, вот там, я вот и могу так показать. Так это же бережно и для образцов, и для самого стола, да, мне кажется. Тут как-то вот так, вот так, это вот так можно положить. Еще там типа черный металл мы добавим. И вот теперь мы можем перенести клиента в атмосферу того, что у него будет, да? То есть вот это такие типа большими образцами с сочетанием каких-то элементов мы можем создавать эти мудборды. Блин, ну это круто. Да. То есть и эта штука работает и в шоуруме, и также работает дистанционно. То есть когда я хочу клиенту показать, слушай, у тебя будет вот так. И делаю либо видеообзоры, либо фоточки и отправляю. И поэтому мне важно, чтобы в шоуруме было максимально
большое количество вот этих вот образцов, угу. но чтобы они были качественные, подписанные и в больших размерах. Чтобы то не есть... потрепанные, не поцарапанные. Блин, ну да, да мы тоже за этим да. следим. То есть иногда бывает хороший фасад ушатали, короче, там уронили, да. и приходится его менять. Вот. Угу. Поэтому такая штука, берите на вооружение, даже если вдруг там кто-то из предпринимателей хочет открыть маленький компактный шоурум, пускай там ставит один образец, хороший рабочий стол и по максимуму заполняет вот этими фасадами, чтобы переносить клиента в атмосферу того, что у него будет, угу. влюблять в продукт. Слушай, а вот по поводу, ты говоришь, следим за этим, да? А у вас есть какая-то вот, я не знаю, там, ну, что-то типа регламента, да, что вот в определенный момент, если мы там... Послушай, короче, знаешь, какая у меня проблема? Да. Проблема в том, что я строитель не бизнеса крупного, а я строитель, я строитель команды людей, да. которых объединяет творчество. То есть все профессионалы. Вот и это поэтому... вот слово регламент, это не про... Не блин, короче, туда, не да? про меня. Да, я понял. То есть мы, типа, такие собираемся иногда, такие, типа, блядь, что так у нас тут все плохо, почему, давай-то это. Но я понимаю, что я поругался, но лучше бы я пришел и сказал, слушай, ребят, давайте вот это надо поменять, это надо убрать, да. это надо добавить. Ну, сегодня... А в следующий раз они уже сами скажут, блин, Жора, ну это не пропустит, давай поменяем. Блин, да, у Жоры просто насмотренность. То есть у каждого да. из нас есть свои сильные стороны. У каждого из нас есть свои сильные стороны. У меня своя сильная сторона, это насмотренность. Угу. То есть я вот прихожу, блин, грязно, здесь вот убито, а здесь так не должно быть. А это уже пора поменять. И вот своим каким-то вмешательством, то есть внутри команды я тоже нужен. Угу. Так они без меня работают все, но как бы все равно еще я где-то остаюсь. Нужным. Это реально так. Вот, наверное, ты хочешь спросить меня, почему здесь висит мой дедушка Ленин? Знаешь, это первый вопрос после того, как я увидел два логотипа. Типа, почему? Я увидел его, как он смотрит на меня, поэтому, да. Значит, для того, чтобы вот дизайнеры мебели появились и были у меня в команде, мне долгое время не открывался ответ, типа, как это сделать быстро. Ну, типа, как человека сделать дизайнера мебели. Не получалось. И это было на протяжении там, 7-8 лет. И, короче, в один момент мы законнектились с Германом Смирновым. Вот у меня есть еще такой партнер в бизнесе. Uh-huh. И он говорит, слушай, и вот в это время был пик популярности школы. Он говорит, слушай, давай все знания из твоей головы я достану. Мы возьмем с тобой методологию и по этой методологии выстроим школу. И вот так у меня появилась школа. И сегодня, товарищ... Ты сейчас говоришь о школе менеджмента и дизайна. Конечно, от Жоры да, Вальса. Да, да. То есть мы этот продукт создавали для внутреннего использования, для того, чтобы можно было 10 компьютеров использовать по максимуму. Да? То есть сегодня проблема каждого мебельного предпринимателя, она заключается вот в чем. У него есть лиды, у него есть фабрика, но некому продавать. Привет! Рады видеть вас в нашей школе. Вы приняли правильное решение, выбрав один из предложенных пакетов. И теперь мы переходим к изучению нового модуля. Вот, то есть так получается, а некому продавать, потому что нет никакой системы обучения. То есть, по сути, у нас нет образования ни мебельщиков, нету. Ни дизайнеров нету. Мебели, тем более. Нету, да? нету. Но чаще всего, если ты заметишь, что, ну, как бы честно, работают бабушки и дедушки. Ну, как бы вот так вот получилось, да, в мебельной индустрии. А молодежи нет, то есть, а профессия реально крутая. То есть, представляешь, ты можешь создавать дизайны, которые да. ты потом увидишь. То есть это же, блин, ну супер. Блин, я видел горящие глаза вот того парня, который да, там да. вот сидит. Ну, сейчас да. с ними еще поговорить. Да, мы с ними поговорим. Да тут все заряжены. Да. Тут все заряжены. То есть вот это произвело впечатление. И еще одна из причин, почему я здесь, это та подача, твоя подача, да, материала в той самой школе, да, твоего дизайна. Это, кстати, не реклама, да, это просто я делюсь своими эмоциями, да, своим опытом. То есть то, как я вышел на Жору, один из, так скажем, блоков, это вот его школа, школа он онлайн дизайна, где у него он в очень доступной форме, да, вот здесь, кстати, в этом пространстве показывает, демонстрирует, рассказывает все последовательно. Слушай, но я, кстати, ссылку тоже на, дам, ну, давай, на, дадим. На эту школу. У Жоры, да, получается, у меня образование педагогическое, вот Герман, да, он как бы методолог, то есть mm-hmm. он как бы умеет это делать. И когда мы создали этот продукт для внутреннего использования, мы такие типа, а что бы не попродавать? Да. Давай попробуем.
На самом деле он никому не нужен. То есть, как бы другие мебельщики зачастую, типа, они мы. Все сами знают. Типа, ты че? Да. я 12 лет, 15 там, тысяч заказов у меня. Да ты знаешь, более сколько того, за моей спиной бабушек. Я тебе так скажу, если у него есть еще какой-нибудь форматник и кромочник такой небольшой за 300, за 600 тысяч, все, это человек, который независимый, который уже все знает. К сожалению, так. Но все равно есть такие предприниматели, как ты, есть ребята, которые здесь находятся в шоуруме, которые понимают, что, слушай, ну, как бы мебельная индустрия требует изменений. И эти изменения, они как вот у него. Понимаешь? Как он это все сделал? Он создавал рабочие вот эти вот там ПТУ, ПГПУ, где люди могли прийти, получить быстро профессию, и потом с при этой профессией... При этом не имея денег, да? Вот, да, да. То есть революцию, которую он совершил в росте там, ВВП, да? То есть это было за счет того, чтобы создавались вот эти институты обучающие. То есть ты своего рода такой революционер? То, ну, типа я как бы какой, немного. Да, я, ну, пытаюсь типа сказать о том, что... Ну ты скромный, я скажу, то есть ты революционер. Ребята, считаю, учитесь, что... да, обучайтесь профессии мебельного дизайнера, это профессия молодая. И я считаю, что она... И перспективная. Да, я считаю, что она как бы имеет место быть, и вся мебельная индустрия на сегодняшний день, она может быть изменена. То есть она может быть изменена, и она, ну, как бы вот просто какие-то вот должны быть щелчки вот эти вот, что все изменится. Поэтому у нас есть канал, поэтому есть сегодня ты, поэтому сегодня здесь есть ребята, мы пытаемся, и вот, вот дедушка здесь висит. Для того, чтобы наш контент с тобой был максимально полезным, мы сейчас дадим одну фишку, которая, ну, то есть всем, наверное, сейчас интересно, как сделать так, чтобы тебя рекомендовали. Как сделать так, чтобы люди, которые что-то заказали, потом получили максимально классный результат. Давай, я это вырежу. Да. Я это тот чисто это вырежешь для, типа для себя. Себя, да. Окей, смотри. Тандем работы дизайнера, замерщика и технолога. Технолог, который находится сегодня у меня в команде, он находится вот как раз с этими дверями, его здесь нет, да? Ништяк, мы к нему пришли. Мы пришли, он сейчас придет. Наша гордость основная. Наша основная гордость. Иногда бывает здесь. Да, знаешь, большое дело с большого перекура. Походу пошел покурить. Вот. Мебель, ну, то есть мебельного дизайнера, дизайнера мебели очень тяжело вырастить такого, чтобы он типа, знаешь, такой был, умел и продавать. Потому что там же свои надо фишки иметь. То есть ты должен дожимать, ты должен быть такой типа сильным характером, да. Он должен быть еще какого-то рода психолог, чтобы понять клиента, да, и с ним общаться, и под каждого уметь там подстраиваться, да. Он должен знать, еще следить за трендами, которые там надвигаются, все знать материалы, которые, еще и владеть, короче, технологиями, еще и должен уметь там считать, презентовать, еще должен быть коммуникабельным и везде. Ну, это, короче, не получается. Ну, вот перечислив вот это, мебельщик садится и думает, ну, нахер, пойду с сумкой на замер. Не, а вот эти вот как раз самые опасные, которые едут на адреса. Я все могу, я сам замерщик, я сам, короче, продажник, я сам технолог. И зачем вам сам... переплачивать за них? Я вообще все сам договорюсь. Это самые опасные люди. Почему? Потому что ты не можешь быть вот всеруким. Либо у тебя будет объем очень маленький, да, то есть у меня там есть, есть мебельщики, которые, ну, реально там, они, у них есть основная работа, да, на которой они работают. И есть хобби. И вот они, это хобби, они посвящают тому, что они ездят реально там по своим родственникам или по клиентам, и вот сами все это делают, сами заказывают. Но если говорить об этом как о бизнесе, где идет речь о заработке денег, нифига не получится. Ну, слишком тяжело. То есть не получается. И поэтому нужно разъединять, да. Сегодня у меня, например, дизайнеры, они менеджеры и дизайнеры. А в некоторых компаниях, да, типа там Z или Кухонного двора, у них вообще даже разделено, у них отдельно менеджеры, те, которые умеют продавать, разговаривают по скрипту, там следят за контролем, CRM-система, а дизайнеры это отдельно, они типа такие, ну, типа феи, да, они вот о великом, о счастливом, а потом отдают менеджеру, дожимают. У меня вот сложность была в создании школы, именно в методологии, как совместить это. Ну, вроде что-то получилось. И менять я не собираюсь. То есть мне это нравится. То есть те блоки, которые ты создал, когда вообще вы это записали? Два года назад. Два года назад. Да. То есть они на сегодняшний день более чем актуальны. Конечно. Актуальны, да. Как никогда, я бы сказал. Ну там смотри еще какая ситуация. Я что говорю? Ты приди ко мне, возьми то, что я тебе даю, то, что работает. Начни с этого получать результат, а дальше ты уже в этой теме, как рыбка в воде, там, типа, о, здесь видеопрезентация. Можешь докручивать уже. Я не буду полтораминутные делать, я буду выкладывать на YouTube и делать их 15-минутными, потому что так круто. Я не буду коммерческие предложения трех цен делать, я буду коммерческие предложения по телефону озвучивать. Я не буду дизайны такие делать, цветные, как ты делаешь, а буду делать там еще в 3D Max'е. То есть это уже как бы последствия вот рабочих процессов накладываются. То есть ты уже можешь там апгрейды делать,
знаний, которые я даю первичные. Один из менеджеров-дизайнеров, который работал здесь, это Андрей Смирнов, вот которого здесь нет. Но мы сейчас его обязательно покажем. Он говорит: слушай, я знаю точно, как сделать так, чтобы наша компания давала супер результаты, и чтобы ребята не перегорали, и чтобы клиенты получали максимальный результат. Мы говорим: как? Он говорит: дай мне отдельный кабинет, я сяду и буду проверять каждый заказ, который создали дизайнеры, вместе с замерщиком, согласовывать их вместе с фабрикой. И тогда ну, как бы у нас не будет вот этих багов на этапе согласования проекта. И мы это сделали. То есть он является таким своего рода профессиональным фильтром, через который проходит каждый дизайн. Совершенно верно, да. То есть вот этот дизайн, который вот здесь разрабатывается, все, типа готов, он пошел сюда, на стол. Затем за ним закрываются вот эти двери, да, чудесные? Совершенно верно. Бэмс. Да. И все. Здесь творится как раз вот этот вот момент, когда он проверяет, он сопоставляет то, что сделал дизайнер, с тем, что намерил замерщик, сопоставляет это, создает хорошие качественные спецификации. Вот сколько листов спецификации у тебя для того, чтобы ты отправил в производство кухню? Ты знаешь, дело в том, что мы же сами пилим. На производство нам хватает до 5 листов. До 5 листов. Я понял, что смотри, у тебя это, скорее всего, пачка. У меня от 10 листов. От 10 листов. То есть мне очень важно сделать свою работу таким образом, чтобы ни с клиентом не было проблем в момент, когда ему мебель собирается, ни с производителем не было проблем, когда мы ее согласовываем. То есть командой, которая сегодня у меня есть, от 10 до 15 миллионов объема мы делаем безопасно. Начиная от 15 миллионов, нам уже нужно сверхусилие, то есть нам нужно сверхбольше работать, нам нужны уже дополнительные силы в виде там технолога, нам нужны дополнительные силы в виде там каких-то специалистов по сборке, да, и это... То есть появляется риск того, что вы где-то что-то пропустите, моя команда, что-то упустите. Моя команда начинает напрягаться, то есть мне уже нужно точки контроля другие ставить. Ну, покажи свой это проект. Вот как раз Андрей пришел, он, я думаю, да, полистает. Андрей, пойдем, это покажи, да. Да, здесь проекты, которые встали, собственно, с первораски уже. Это прошлогодние, позапрошлогодние. Дай любименькую кухню покажи, я только сейчас рассказывал, что на 10 листов. Топченько, дай. Может, на компьютере показать? Давай, надо компьютер. Быстрее. Да, я понял, что здесь уже какой-то дедовщиной попахивает. Отдельный кабинет, там свои предложения. С кондиционером. Отдельный кондей, пожалуйста, тут на кухню. Так она не простая. Да, гардеробные, давай, да. В кухне все умеют делать, да, гардеробные. 4 на 4, что ли, вот сейчас посмотрим. 4 на 4 метра. Это общий вид. Так. Это уже взрыв разложен по каждой стороне для производства, чтобы он понимал, как ему что пилить. Это двери купе. И... Соответственно, ты если видишь, что какой-то ящик вдруг упирается в фасад, обязательно. То есть именно вот здесь, за этим компьютером, не пропустишь, да? Нет. Я же его прорисовываю прям. То есть первое правило успешного дизайна – воссоздай замер в программе, там, в которой ты рисуешь, и начинай рисовать проект в миллиметр. Да, в миллиметр. Не так, что типа тумбочки накинул, посудомойки размножил, да, а там потом размеры накинул, а именно рисуй. У нас установлены у всех просто 6-й версии, да, единая база с Яндекс.Диска подвязывается, чтобы у всех все было одинаковое, чтобы не было такого у меня там… это, а у тебя там то, а друг другу пересылаешь, не работает, да? То есть здесь все единое. И сколько стоила вот такая красота, если это не запрещенный вопрос? Не, конечно, нет. Какой запрещенный? С наполнением, да. С наполнением, с джинсами, это... с курточками. Да, да, брючник. Нет, какой? Обувницы, брючки. Подсветка там, подсветка. Пантографы, да. Пантографы, вот эти штуки там поворотные. Золото, бриллианты. Ну, это то, что уже установленное, правильно понимаю? Сейчас в процессе сбора. В процессе. Будет, да. Это как раз на дизайне прям. Мебели посмотрите, в ближайшее время выйдет выпуск, там Дамир, по-моему, ведущий. Обратите внимание на порядок, на структуру, то есть как бы... Но об этом, скорее всего, есть даже в твоих, вот, в твоих уроках. Да-да. Да, мы в первую очередь говорим, что должен быть порядок на рабочем столе, порядок должен быть на компьютере, то есть все папки должны быть правильно подписаны. Собственно, тоже здоровенная кухня. Мы любим, да? Боковые полки, конечно, конечно. Замеры, кстати, вот. Ну, давай покажем. Нет, мы не показываем. Вот профессиональный замер. Здесь фото
и шрифт напечатан. На да, фото, да, да, прям уже наносится. Да. Смотри, получается, он отфотографировал, да, потом он где-то уже... Короче, у меня есть идея. У меня есть идея, она вот такая. То есть те, кто в комментариях напишут, хочу увидеть урок, как делать профессиональный замер, вот, пускай это напишут, и мы дадим доступ к этому уроку. Как думаешь, твои будут подписчики довольны? И уже отправлено это в производство. Давай бланки заказов. Бух. Да. Вид сверху еще. Ну это какой? Это второй лист уже, да? Да. Да, ну, потому что вот здесь напишутся материалы, фурнитура, что дополнительные какие-то комментарии. Прикол в том, что мы с 6 фабриками работаем, и наши спецификации любят. Ну не все, конечно, они там сопротивляются, им привычнее свой бланк, да, но все принимают нашу спецификацию. То есть в этом плане мы крутые. Да. Вид сверху, вид сбоку, спереди, сзади, где какая ручка, где-то фотки подставляются, где-то да, с носками делается. Вот эти штуки у нас все прописаны, это единственные стандарты, которые у нас в компании введены. То есть как выглядят полки, как выглядят там доводчики, и еще что-то. Петли. Давай еще бахнем листы. Следующий. Вот так, разобранное, типа должно да, быть вот так. Я его. На каждом листе нам напоминалка, какие материалы. Когда взяли, когда померили, кто менеджер, чтобы сразу можно было связываться, то есть, чтобы фабрика, там, и технологи на фабрике или там при каком-то процессе могли... А, Ирина, так, алло, Ирина, у тебя тут это, да, если да, что касается дизайна. Если что касается технологий, то все знают, что к Андрею нужно обращаться, то есть тут вопросов ноль. О, схема. Обязательно прикладываем схемы техники. Схемы техники беру с инструкции, с официальных здорово, сайтов. Пап. Здорово, пап, да, это группа поддержки. Да, с официальных сайтов, с инструкцией. Ну, это лист мы заказываем сразу, то есть, если проект интересный, мы да, сразу... Да, это бланк образцы в салон, а, вот, все, в салон. Да, то да, есть, вот если это... у фабрики раз остается кусочек, а чего бы не сделать подойди, образец? Это я вот уже слышал, эту фишку, может быть, даже у тебя и слышал. Да, да, ну, ты столы заказываешь. Почему бы не сделать образец, да, осталось, не выкидывать же. Давай сделаем, закромим, пункт. Абсолютно. Вот. Просто видишь, основная сложность в чем заключается? Вот именно, чтобы какая-то система была, потому что кто-то забыл этот заказать, да, там еще что-то. А тут, получается, бланк, он идет подкрепленный вместе да, со всем заказом. Да. Он ну его и... проверяет такой, типа, у нас это есть? Есть. Это да, есть? Да, есть. Да, тогда да, не да, надо. А это есть? Нет. Закажи. У нас вы... есть еще одна локация, она находится на первом этаже торгового центра. Так. Это наш офис тире такая небольшая студия, где мы сейчас планируем писать интервью с лидерами мебельной индустрии, московской, российской, с дизайнерами интерьера и всеми вообще людьми, кто связаны как-то смежно с нашей профессией. То есть да, такой вот классный нишевый контент. И для этого мы создали вот такую стену, которую такое я вам пространство сейчас покажу. Творческое, такое да? пространство. Вот что мы сделали. Такая стена получилась. Это кладбище классических фасадов, то есть это колумбарий, можете его так называть. То есть мы здесь взяли и похоронили абсолютно все фасады, которые нам были уже не нужны, которые не актуальны, и скорее всего в ближайшее время актуальность они не приобретут заново, хотя мы все понимаем, что дизайн, мода, она циклична, и может быть буквально еще через 10 лет будет охота за такими фрезеровками, будет модно, будет классно, то будут вы дизайнеры. Вы их отсюда снимете и установите. Да, да, да. Меня зовут Никита, я действующий дизайнер компании, сейчас работаю больше на фрилансе, так, именно из дома. Так как у меня появилась потребность, вот спустя полтора года, как я этим занимаюсь, обзавестись дома рабочим кабинетом, чтобы не ездить в офис, а ездить в шоурум исключительно для встреч с потенциальными заказчиками, что-то показать, рассказать и уже продолжить работу дома. То есть мне тебе так удобнее, да? Да, мне считаешь? Так стало комфортнее, и это вот дало свои плюсы, свои результаты. Я являюсь таким, знаешь, социальным... медиа-активным человеком, который выкладывает в сторис не только там свою жизнь и вообще, но и как бы и рабочие моменты, потому что я считаю, что профессия интересная, с ней надо знакомить людей и вообще вот та аудитория, которая есть у меня, она у меня и заказывает проекты, заказывала кухни, шкафы, им как бы интересно за этим наблюдать. Ты про Инстаграм сейчас говоришь, да? Да. А, вот сейчас ссылку как раз оставили, да, где-то. Запрещенная сеть. Сеть, да. Но ссылочку, естественно, оставим. Нельзя. Я так понял, ты к Жоре пришел вообще нулевой в плане, то есть из другой сферы, грубо вообще, говоря, из общепита. Из другой сферы, из общепита, из ресторанного бизнеса. Я всю жизнь поработал в барной индустрии,
Работал барменом, барменеджером. Вот все, наверное, московские заведения лучшие, которые у нас были, я в них имел, так сказать, имел причастность. Полтора года. Занимаюсь с Жорой. Да, с Жорой. Вот давай развеем такие, знаешь, сомнения у многих предпринимателей, у многих мебельщиков, которые хотят вот постигать вот этот вот, вот это, может быть, непростое ремесло на первый взгляд, да? А как ты считаешь, сколько нужно времени, чтобы реально свой достаточно достойный проект воплотить в жизнь? Вот ты сегодня пришел из общепита, да? Через сколько ты можешь реально продать классный проект, чтобы заказчик сказал: «Вау, спасибо тебе, друг мой». Я думаю, что срок этот, наверное, в 6 месяцев. 6 месяцев. Лично у меня был. Угу. У кого-то он был быстрее, так как, ну, на моих глазах много у нас дизайнеров пришло с нуля, учились. У кого-то через 3 месяца был какой-то потрясающий результат, у кого-то чуть попозже. Ну, если взять что-то среднее, да, действительно, 6 месяцев, когда ты уже четко понимаешь, что человеку нужно, воплощаешь это в жизнь, человек говорит: да, супер вообще, плевать, сколько это стоит, я беру, покупаю. Слушай, а чего вот это зависит? 6 месяцев там или 3 месяца? Это зависит от того, чем ты занимался до этого, да, или там вообще, в принципе, от твоих там, не знаю, способностей, наклонностей личностных, от чего зависит? Я думаю, от какого-то вовлеченности в проект, вообще не в проект, а именно в дело, то, которым ты занимаешься, и от команды вокруг, потому что вот у нас... Так было, что мне помогали по первой, то есть давай, давай, вот здесь лучше это сделать. Экосистема так. Такая у вас туда, да, где да, взращивается. Да. И мы всегда при отрисовке проектов всегда у друг друга спрашиваем какие-то мнения, что слушай, а здесь я вот так сделал, а может ты видишь по-другому. То есть это большая такая командная работа, которая вот нам нравится. И вот те заказчики, которые вот у нас бывают в шоуруме, отмечают именно эту особенность, что вся команда всегда вовлечена в процесс. То есть всегда бы интересно позвать всех, чтобы такой вот горой, знаешь, над тобой встали, над компьютером, и такие: так, 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 а здесь что-то не то, здесь не это, и вот такой вот экшен, короче, у нас получается. Все ясно. Слушай, а какую роль вот в этом обучении, да, играла та самая обучающая система, да, или это, как это назвать правильно, даже школа, да, менеджмента и дизайна от Жоры Вальса, потому что я один из кандидатов в покупатели, так скажем, вот этой вот школы, да, потому что я хочу для своих ребят, и сам бы, если честно, ее прошел. Это не реклама, опять же говорю, да? Это реклама. Это бесплатная реклама, просто я говорю, видел анонсы некоторые, мне зашло. Вот какова роль вот этой школы в твоем становлении? Ну, то есть она все... То, что я сейчас знаю, то, что я умею. Наверное, смотри, неправильно будет так сказать. Еще мы отметим одного человека, кто мне в этом помог. Но роль именно Жоры и его школы, она вот первостепенная. То есть фундаментальная, скажем так. Именно потому что это действительно был заложен классный фундамент. Было понимание, что в какой последовательности делать. И с этого все как бы и вот начало. То есть, знаешь, это как Жора запустил... вот эту машину, вот этот маленький комочек снега, механизм, да, маленький запустить. Комочек снега да. Скинул со скалы, и вот он набрался таким комом. Но я помимо этого обучения у Жоры, я еще у одного классного дизайнера, кто занимается кухней действительно профессионально, это Сергей «Не пей пиво», я у него тоже проходил. А, да, да, знаю. Хотел сказать сейчас: Жора, не переживай, мы это вырежем. Нет, Сергей, вне сомнения, внес тоже большую лепту именно в плане, наверное, вот как проект, то есть как правильно делать проект, на что нужно учитывать, что нужно спрашивать. Антропометрические параметры. Сергей, мы за тобой следим, у тебя крутой труд. Надеюсь, что мы когда-нибудь до тебя доедем. 100%. Ну, да. Да. У нас такая ситуация, но доехать... До Киева стало немного дальше, но мы надеемся, что это расстояние скоро сократится. Не знаю, уже говорили там на третьем этаже по поводу того, что у нас проекты не бесплатные. Или мы им поговорим? Нет, вы об этом не говорили, но я, по-моему, в каком-то из выпусков Жоры это слышал, и я считаю, это логично, потому что это огромный объем работы, знаний и энергии. Да, то есть, в принципе, если поговорить, например, о заказчике, да, который приходит, вот он везде раскидал свои объявления, то есть проводит такой тендер. Как бы, ну, участвовать в этом тендере, да, тратить свое время просто, чтобы тебе посчитать кухню, ну, объективно, я тебе с одного, если у тебя есть проект, я тебе сразу могу сказать, сколько он у нас будет стоить. То есть вы, получается, заключаете договор, да, с заказчиком, и после этого начинаете разрабатывать? Именно так, именно потому что, ну, это время, это вы специалисты по замеру, то есть все-таки вот про что вы говорили, действительно предлагаем человеку несколько планировочных решений кухонной мебели,
как подходящие под его запрос, и, соответственно, он из них уже выбирает. Потому что, чтобы вообще заказчик начал с нами работать, да, мы не просто так ведем абсолютно все соцсети, которые вообще существуют, запрещенные, незапрещенные, мы снимаем ролики. То есть, чтобы понять, что тебе хочется работать с нами, мы провели для тебя просто большую работу. Вот, пожалуйста, потрать полчаса времени, посмотри какой-то ролик один, да, почекай вот эти вещи, и ты точно поймешь, что, ну, с нами можно поработать. Тем более, слушайте, мы живем в Москве, и весь бизнес делаем в Москве, и та сумма, которую мы берем за... А что это за сумма? Вот, просто порядок цифр, чтобы вы понимали. У меня лично разработка кухни, разработка проекта кухни стоит от 15 до 25 тысяч рублей. В зависимости от объема, то есть понимаешь, что что-то можно как бы быстро накидать, знаешь. А тогда вопрос еще один. А вот как много заказчиков, сталкиваясь вот с этим вот деликатным моментом, да, когда ты озвучиваешь, что дизайн у нас платный. Я бы дизайном это, наверное, не называл, это все-таки больше вот проектирование. Как часто возмущает их вот этот момент, да, когда ты говоришь, что есть это какое-то легкое недоумение, потому что а почему везде все бесплатно, а здесь платно? Здесь просто нужна ценность раскрыть, соответственно. Как бы, да, раскрываешь человеку ценность и потом понимаешь, это вообще твой заказчик или не твой. То есть правильная, грамотная квалификация заявки уже говорит тебе о многом. Вот у нас еще есть детская комната. Да, это очень важно. Особенно, да, особенно когда приходят люди с детишками. Вот, это очень важно. Тут разновысотные стулья и какие-то игры по интересам. Но у нас еще очень удобно. Здесь фикс прайс. Мы иногда там типа сбегали, что-то купили, поставили. Да. Всегда есть круассаны. Мы их готовим в духовой шкаф, закинули, чтобы пахло хлебом. У нас стоит кофемашина здесь вот от компании NEF. То есть, как бы, да, эти штуки должны быть обязательно. То есть, как бы, что хотелось здесь, наверное, сказать, что шоурум, по большому счету, надо на него смотреть, наверное, все-таки как-то иначе. Не просто, где представлена мебель, а там, где ты будешь встречать людей, потому что это важнее. Да, телек вот. Здесь тут запасы чая у нас. Так как мы сетевики, короче, мы тут тоже любим всевозможные вкусные штуковины. Ага. Вот, да. Здесь там у нас такие всякие приколюшки, типа урн. Есть две вещи, которые продают. Запах хлеба и запах кофе. И эти вещи, они должны быть обязательно представлены в каком-то виде в шоуруме. Здесь вот покажем, то есть все, здесь у нас такая, типа, творческая обстановка. Зона. Да, да, да. Обычно на этом мониторе гоняются наши видео. Здесь вот... Это была моя мечта. Мечта с 2008 года, когда я начал работать на рынке. Типа, у меня когда-нибудь появится шоурум, где будет стоять офигенская кухня, я на ней буду готовить. Вы здесь готовите? Да, да, да. Здесь все для готовки. Здесь, то есть, полностью все создано для того, чтобы, короче, готовить. Очень много стереотипов, которые накладываются. Типа, так было у моей мамы, так было у моей бабушки, значит, так и у меня должно быть. Но это нифига не так, потому что что-то новое появилось. Здесь какая-то там педалька есть удобная, смотри, вот так вот. Раз и открылась, да? То есть отчасти вы даже стереотипы, да? Такие, ну, конечно, их надо же убирать. То есть все это что, ерунда, да? Там какие-то вот углы бывают, там типа, да не, нам полку сделайте. Да не надо никакую полку делать. То есть нужно делать такие вот вещи. Да, они стоят денег, но можно со временем ее как-то установить. Например, там те же хранения крышек. Все какие-то крышки куда-то засовывают. Здесь вот у них есть какой-то алгоритм тоже. Ну, такого плана. Ну, короче, что касается кухни, вообще можно разговаривать бесконечно. Но только нужно одно понять, что только хорошо выявленные потребности в результате долгого разговора с клиентом и знания мебельной индустрии, как можно сделать лучше, как готовить, как это можно оптимизировать, могут предоставить дизайнеру, дать клиенту то, что ему нужно. То есть это варочная... Это тоже да, да, это варочная панель с вытяжкой. Понятно. Да, мы хотели как раз поставить типа что-нибудь такое. Ну, знаешь, новизну какую-то показать, как это делается. Потому что много где стоит, но не подключенная. А у нас стоит сразу подключенная, типа вот работает она вот так. Если есть возможность сделать в шоуруме кухню, где вы можете готовить, делайте, потому что вы открываете для себя безграничное просто, блин, творчество для того, чтобы приглашать поваров, для того, чтобы делать фуршеты, для того, чтобы с клиентом что-то приготовить, да, для того, чтобы с командой тусануть. То есть это, блин, великолепно вообще просто. Вот. Кстати, а тебе супруга каким-то образом помогает в бизнесе? Да, супруга помогает мне в бизнесе. И вот сегодня она вот. И так как она начала свою деятельность там в приготовлении всевозможных вкусняшек,
Вот она сегодня тоже продемонстрирует то, что она сделала. Да, она приготовила вам вкусняшку. Семейное мебельное дело в России вообще распространено. Вот, и я считаю, что это очень круто. Ну, как бы, знаешь, как это говорят? Типа, не заводи бизнес с семьей и не заводи бизнес с лучшими друзьями. У меня как-то вот получилось там наоборот. Наоборот, да? Наоборот. То есть у меня как бы семья часть бизнеса и лучший там друг как бы занимается отделом, строительством отдела продаж. Да и все мы тут как бы тусовка такие, друг за друг держимся. Меня зовут Елена, я сооснователь, соучредитель компании «Дизайн мебели». Вот, с Александром мы ведем этот бизнес вместе с 2015 года. Изначально все было сложно, если брать какие-то личные моменты. Было сложно в плане того, что у нас у каждого своя точка зрения, и никто ее не принимал. Типа, надо побороться, да, чтобы заслужить место в компании, ты должна побороться. Да, и это было очень сложно. Но потом, наверное, последние полтора года у нас полностью разграниченные обязательства. Мы стараемся не лезть в зону ответственности друг друга. Но иногда, конечно, бывает, что и лезем. Я очень люблю готовить. Так сразу быстро вышла я из темы. Я очень люблю готовить. И вместе с Александром приняли решение, что на нашем YouTube-канале мы будем снимать кулинарные выпуски. Я Елена Пенемасова. И сегодня мы с вами будем готовить клубничную начинку для торта и крем. В предыдущем нашем выпуске мы с вами готовили бисквит, а сегодня будем делать к нему дополнение. На данный момент, на сегодняшний день, у нас уже выпущено, Александр, два, да? Уже выпущено два выпуска, еще два на подходе. Три уже на подходе, да. Так, не владеем информацией, да? Да. Вы на нас не подписаны? Да, почему вы что, как-то... Подписаны? Просто такое, у вас такое количество каналов, такое количество выпусков, что мы смотреть не успеваем. Ты сегодня для наших гостей же тоже приготовилась? Да, я тоже для наших гостей. Нет, я уже все... Рука набита. Да, вот. И как говорит Александр, и я, кстати, с ним соглашусь, что сладости – это не просто вот покушать вкусно, а это, во-первых, эмоции. Вот, поэтому... Да, сегодня мы для вас приготовили капкейки. Это специально с нашим, да, логотипом. Да, и будем с вами пить кофе. Поэтому даю себе рекламу. Кто будет в Москве? Да. Все ко мне. Все ко мне приходите, я вас вкусно угощу, кофе напою. Вот. И все. В данный момент у нас сформировалась очень классная команда. То есть если я раньше каждый день здесь бывала с утра до ночи, то сейчас, ну как бы, два дня в неделю, когда я приезжаю и делаю свои дела. То есть у меня есть супер помощница, пусть она это услышит, это Алина. Я ей доверяю полностью все свое пространство, все свои дела. И я, даже не находясь здесь, в салоне, знаю, что у нас все хорошо. На основании моих слов мы с Александром... Юрист. Как Юрий заговорил. Сейчас что-то будет интересное. Мы с Александром... Ну, Александр, конечно, больше, ну, как бы, мечтаем, ну, то есть, например, оставить наше пространство здесь и, возможно, куда-то уехать. А еще у меня есть мечта открыть кондитерскую. И я думаю, что она у меня сбудется. Вот. Так где-то как... на Шри-Ланке. Да. Ну, а как же мы мебель-то отсюда не привезем на Шри-Ланку? Ну, вот, это так, поэтому... Мечты. В общем, как-то вот так. Он чем занимается? Это он обзор делает какой-то? Такая вот, короче, да. Крутая штука появилась, клевые образцы, под мрамор, под дерево, печеньки, да, в общем, офигенно. Здесь идет движняк. Почему он важен? Потому что в большей степени мы общаемся вот через телефон. То есть, как бы, чем быстрее люди поймут, что телефон – это огромные возможности коммуникации, где ты можешь выйти на видеосвязь, где ты можешь заснять видео, где ты можешь что-то наговорить, вот, тем, как бы, быстрее пойдут результаты. А как тебя зовут? Меня зовут Роман. Так, а что ты тут делаешь, Роман? Ну, сейчас переписываюсь с директором одной из фабрик, узнаю по фурнитуре, по наличию. Я был архитектор, инженер по образованию, по основному. Вот, нашел себя в новой профессии, чувствую себя как рыба в воде, очень все нравится, крутая команда,
и работа, которая доставляет удовольствие. А Жора же вас держит страхи, правильно? Обязательно. Конечно, мы все тут очень боимся. Да, этого парня Жора запугал. Пойдем. Спасибо большое. Мы пойдем проверим дальше твою теорию. А как зовут вас? Дима. Дима, я дизайнер. Да, мой тезка, получается, дизайнер. Я буквально короткий вопрос. Конечно. Вот не по поводу дизайна, да, не по поводу клиентов. Это все-таки Жора или Александр? Я зову лично Жора. Но большинство обращаются Александр. Мне Жора привычный, мне Жора удобнее, мне Жора нравится. Понял. И короткий вопрос, Жора, вот какой он? Просто одним словом, свой. Mm-hmm. Все. Свой. Понятно все. Так, с этим парнем, он самый улыбчивый у нас, самый, один из самых ярких, наверное, да, таких персонажей. Так, кто у нас тут? Тут что-то происходит. Подошел там к нескольким ребятам, они сказали, что сегодня, да, почему вы ждете там, пока происходит эта съемка, да, на фоне. Он сказал, что Жора вас запугивает, поэтому вы здесь. Да, так и есть. Его нет. Если он вас держит в плену, можешь как-нибудь там подмигнуть. Ну ладно, какой он, Жора? Ну, в нашей компании он добрый, а я злая. А для вас он скорее Александр или Жора все-таки? Александр. Александр. Просто двойные имена мне не нравятся. Понятно. В общем, можно, конечно, много рассказывать, да, вот об этой красоте, об этих ребятах, которые все как один запуганные тобой, судя по интервью. Особенно вот тот парень, да. Сам. Да. Самый нежный. Самый главный момент, который я отметил для себя, что ты создал не просто команду, да, ты создаешь жизненный процесс для всех этих ребят и для себя тоже. Да. Потому что вот в современном мире мы постоянно куда-то несемся к какой-то цели, которая вот там, да, при этом не замечая вот сам рабочий процесс, да, процесс творчества и так далее, и так далее. Здесь я обратил внимание, что вы живете в моменте. То есть всем ребятам, которые здесь находятся, им приятно здесь находиться, и они не скрывают этого. А знаешь, одно дело говорить, да, а другое дело показывать это всем своим видом, да, и всеми своими действиями. Та атмосфера, в которую я окунулся, мне очень понравилась. Ну, да, пускай все окунутся в эту атмосферу. Тебе, кто смотрит нас? Да, тебе спасибо огромное за то, что ты нас сегодня принял в субботний день, да. Всей твоей команде спасибо, что они сегодня все здесь собрались. Наш. Сейчас запрос двойную оплату. Да ты что-то наговорил реально много уже, да? Они сейчас тоже такие, типа, там. Тихо-тихо, да сейчас камеру отключим и скажем уже все как есть. В общем, друзья, ставьте лайк, подписывайтесь. Давай. Жора, спасибо огромное. Не очень.